Прибайкальский район, озеро Катакель – один из важных водоемов Бурятии как рыбохозяйственное и рекреационное значение республики. Через систему рек Катачик-Турка оно связано с Байкалом. В 2022 году озеро Катакель вошло в федеральный проект сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Цель – улучшить экологическое состояние водоема, предотвратить его заболачивание и сделать его чище. Министерство природы Бурятии разработало план комплексных работ по сохранению излюбленного места туристов и рыбаков. С октября прошлого года на месте работает Байкальская строительная компания. В рамках проекта для ритмичного строительства производства место обеспечили водой, электроэнергией и необходимыми материалами. Также появились временные здания и сооружения, необходимые для строительства. За это время уже расчистили строительную площадку, провели очистку озера, а именно донных отложений, ила, камышей и водорослей. Это делают с помощью специальных геотуб. Компания уже выполнила все работы на этот год. По плану в 2024-м продолжится расчистка побережья и мелководья почти на 2,5 километрах береговой линии. Сапропелевые, то есть многовековые донные отложения, необходимо перевести на временное место хранения для дальнейшего пользования района. После выполнения работ площадки под геотубами демонтируют.